Здравствуйте, я учащийся Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, курсант группы Т-41 Чибисов Михаил. Нахожусь на самоизоляции. Нам кидают домашнее задание, мы его каждый день выполняем. Вот. Там все по электронной почте идет. Но помимо этого у нас остается время и на досуг. Поэтому я хотел бы вам сыграть песню «Девочка» группа «Мумитроль». Такая неприступная, чуть капельку рассержена, подушка вся в крови, сказала: меня предали, без синих глаз оставили, тарелкой в меня кинули, разбив стакан любви. Далеко в семи морях, па-ба-ба-ба-бам, пьян других девчонок сок, поят им песни. Может быть, все нечестно так, но только вот, наверное, интересней. Сыграла шутку злую ли, не разозлилась никогда, и, может, умерла, глаза закрыла, крикнула в растрепанные волосы, кинжал воткнув расслабленный, забыла позвонить. Большое спасибо. Также вас призываю сидеть дома, беречь себя и своих родных, почаще мыть руки, вот, ну и ждать.